Глеб, Глеб, дело есть! Глеб? Это что? Это что такое? Я вижу же это коняшка! Что коняшка делает в нашей спальне? Точнее, в спальне девочек! Лиза, тебе норм? Как вы вообще ее сюда затащили? Так, чтобы к утру ее здесь не было. Ребята, всем привет, с вами я, Нюким. Это наша новая семейка. Да, я, получается, муж, разведенный с женой. Жена у меня такая себе. Ну, теперь я называю ее бывшей. И смотрите, я покажу вам, как мы маленько усовершенствовали наш дом. Во-первых, теперь у нас есть защита от воров. У каждого ребенка есть своя карточка. И этой карточкой можно открыть дверь. Получается, дверь в огород. И дверь, собственно, на улицу. Так, открываем. Дети, вы умеете пользоваться? Лиз, надо купить лестницу какую-нибудь? Так, выходим. Ладно, если что, Полина тебя будет поднимать. Если что, подвинь стол или тумбочку. Так, ну и все. Теперь можно спокойно развиваться, потому что... Что? Опять ты? Нюким, привет, привет, Нюким, Нюким, привет. Привет, чего тебе надо? Нюким, у меня к тебе важнейший разговор. Дети, можете, пожалуйста, уйти? Серьезно? Прямо... Да, ладно, да, хорошо. Да. Им, видимо, там с коняшкой интереснее. Ну, что тебе там надо? Это очень важно. Нюким, Нюким, слушай, сегодня такая погода красивая, прям, понимаешь? Давай ближе к делу. А ты, Нюким, я знаю, что ты очень добрый человек. Можешь мне, пожалуйста, немножечко изумрудиков одолжить? Изумрудов? Ну... Ты же недавно у меня изумрудов одолжить. Ты у меня их... Вообще-то мне и сам их забрал. Что? Я у тебя забрал свои изумруды? Ну, подожди, подожди. Вот-вот-вот, я свои у него забрал. Чего? Ну, Нюким, ну, пожалуйста, это я вот... Зачем? Ладно, хорошо, зачем? Просто я не могу тебе дать так изумрудов. Алмазиков я маленько потратил, могу тебе дать... Это на важное дело, я тебе не могу... Два алмаза сойдет? Ну, тебе не дам, иди отсюда. Хорошо, раз, два. И давай, рассказывай, зачем тебе два алмаза? Это на твои темные делишки, что ли? Нет, нет, не на темные. Я тебе потом все расскажу. Давай, Нюким, спасибо большое, я побежала, пока-пока. Вот, блин, вы не верьте, если что. Она так пыль в глаза пускает. Это моя бывшая, это моя жена бывшая. Так, еще тут кони всякие бегают. Ребята, да ём, что за конь-акробат? Короче, она вот так вот себя строит, типа, миленькая девушка, а потом раз, и тебе нож в спину. Так что я, получается, ей дал в долг, потом возьму в два раза больше. Дети, это я так просто про себя рассуждаю. Давайте лучше пойдем погуляем и посмотрим, что там за новая больница появилась в деревне моей бывшей, окей? Так, дом у нас сам закрывается, можно не переживать за наши пожитки. Вперед! Хотя вот тут конь бы пригодился. Какая же кайфовая все-таки деревня тут осталась, а, без нас? Я рад за твои ботинки, но сейчас нам интереснее, что за больница там такая появилась. И твой Пегас от нас не отстает. Пегас! Мы вообще-то тебя в семью не принимали. Только не обижайся. Ладно, погнали давайте. Узнаем, что за больница и что там лечит, потому что мы тут, по идее, все здоровы. Но вообще-то больница, да, не помешает. Так, и там, по идее, злые дети. Я вообще-то жену... бывшую, я ей сказал, чтобы она с ними поговорила, чтобы они нас больше не бросали, чтобы поняли, что мы тут не виноваты, ни при чем. Ладно, сейчас мы пришли в больницу. Так, Пегас уже там, блин, нам сейчас штраф Глеб за него влепит, что он тут грядки себе перетопчет. Конь, ну-ка давай уходи отсюда. Стоп, что? Что? Лена? Что она делает в больнице? Лена, Лен, Лен, ты что, на операцию идешь? Нюким, ты что тут делаешь? Нюким, уходи, уходи, я сказала. Так можете помочь там, ну, еще дать, как бы, ну, здоровье. Нюким, твоя главная помощь, если ты сейчас уйдешь, уходи, Нюким. Ладно, хорошо. Слушай, а можно я в гости зайду к детишкам? Делай, что хочешь, главное, уходи, блин. Хорошо, ладно. Так, дети, все, не подглядывайте. Пойдемте в гости. Так, гостиница у нас есть. Ничего, думаю, не прогонят. Что там за операция делается? Странно, да? Мне ничего не сказала. Но думаю, что ничего серьезного. Ладно. Так, двери открыты. Стоп, Глеб, блин, сейчас тебя там порешают. Саша, Саша, мы тут это с добрым намерением, Саша. Все, заходим. Мама с вами поговорила? Ну ты чего одеваешься в броню сразу? Поговорила мама с вами? Я же сказал поговорить. Поговорила. Все, вы меня простили? Больше не обижаетесь? Поняли, что это не папина вина? Ага, понятно. Не простили, значит, нифига. Идите сюда. Идите сюда. Так, у тебя я брал слитки. Вот на тебе два слитка. Так, у тебя я взял алмазик. Ладно, давайте все. Каждому по алмазику, хорошо? Так, Степе, Пете, Саше. Все? Простили папку? Простили папку? Что, в первый раз держите, да?
Блин, ну, дети, ну я же, типа, дипломатией занимаюсь. Ой, ладно, и вам тогда тоже, на. Полина, Глеб, Лиза. Блин, остался без алмазов. Так, ну чего, рассказывайте, как у вас там житуха происходит? И, слушайте, вопрос такой. Что мама делает в больнице, а? Что у нее там за операция? Секрет? Ну, ребят, ну мне-то можно рассказать? Блин, ну, детишки, ребятишки. Ой, я вам, значит, тут раздаю алмазы, а вы мне даже секрет не можете... Хорошо, ладно. Кушать не буду, я уже сытый. Вот вам хлебушка, если что. Так, ну, окей. Тогда ничего, сами узнаем. Потому что, блин, за здоровье нужно бороться. Если она стесняется меня попросить, я сам ей помогу. Все, давайте, счастливо. Я тогда пошел в больницу. Так, пока. А как выйти? Так, ребят, вы со мной? Так, давайте... Хотя, знаете что? Вы не против, если они с вами поиграют, а? Ну, вы все, по идее, помирились. Алмазы есть у каждого в равном количестве. Все, значит, будете играть. Так что, ничего не взрывай, пожалуйста. Хотя, это их дом пусть взрывает на здоровье. Так, а мы пока узнаем, что к чему там в этой больнице, потому что это пока что юридически, там еще не до конца моя бывшая, она по бумагам все еще моя жена, значит, я имею право все знать. Хм. Так, встречайте, мистер Абсолютная Убедительность, мистер Нюкем, это мое второе имя, первое это мистер Убедительность. Так, тук-тук-тук, здравствуйте, здравствуйте, где тут мою жену лечат? Жена, ты здесь? Жена, это я, муж! Здрасте. А где жена моя? Елена. Елена по документам Нюкимовна. Не понял, она же здесь была, я видел. Товарищ доктор, куда вы ее дели? Что так на меня смотрите? Так я... Вы не можете мне сказать, что... Петя, подожди! Выйди! Что, домой вернулась? Как я с ней разминулся? Так, ну расскажите, чего вы тут с ней делали? Зачем на ком ходила? Может помочь там, ну, типа, я же муж. Ну, ладно, я бывший, но я же ее все-таки должен поддерживать. Да чего не скажете-то? Ой, какие все секретные. Ладно, хорошо, я понял. Чего она там меня зовет? В гости? Меня в гости? Странно. После операции. Ну, допустим, пойдемте. Бегу! Петька, открывай, папа пароль не знает. Лен, я рад, что у тебя Петя мальчик на побегушках. Ну, как говорится, знаешь что? Привет. Ты изменилась. О, спасибо. О, понятно, что за операция. Так, мы тут зачем вообще? Зачем я пришел, собственно. Я тебя позвала, чтобы раковину установить, понимаешь, там, ну, неудобно, там все такое. Раковину установить? Да, раковину. А, вот что, понятно, типа, не дотягиваешься, да, теперь? Да. Хорошо, дам раковину. Лен, подожди, я вот такой вопрос, зачем? Зачем? Что, зачем раковина? Ну, что, посуду мыть Нюкем. Да какую раковину, ну ты понимаешь, блин, нафига огромная... Нюкем, слушай, я... Ладно, ты взрослая, я взрослый, дело твое, мы расстались. Я инструменты не нашла. Где раковина? Сейчас и раковину тоже что-то не нашла. Не понял, а я тогда зачем? Так, Лена. Ну, чтобы установить. Слушай, мы с тобой расстались. Я с тобой расстался не из-за твоей внешности, и тем более не из-за размера. Подожди, а из-за чего? Давай ты... Почему ты думаешь, что ты вообще из-за как бы для тебя? Ты что вообще о себе возомнил? Ты понимаешь, да? Ой, капец, блин. Лена, ну ты взрослый человек, ну что ты начинаешь тут ёрничать? Ну, дети, слушайте, все, собираемся. Да, блин, хрень, я сейчас для тебя сделаю. Лена, ты что сказал, что не для меня? Ой, да иди ты нафиг, а все, уходи отсюда, так, не для тебя это, уходи. Давай вот так вот, я тебе отдам оставшиеся изумруды, ты только верни, как было, ладно, хорошо? Да хорошо, блин, давай. Ой, дурында, дети, блин, следите за мамкой, что-нибудь с собой сейчас делать же. Да все, иди. Ё-моё, Лена, ну не внешности дел, ну серьезно, мы же расстались с тобой, я почему? Же говорю, я не для тебя это сделала, все. Понятно, Петя, давай открывай, пора домой. Ё-моё, что за дурдом, блин. Ладно, не буду ворошить прошлое. Расстались. Но, возможно, ей не так все просто дается, как мне. Ладно, ребятки, давайте, пойдемте. Потому что я что хочу сказать. Любят детишки не за внешность, а за красивые глаза. Вот поэтому у меня никого и нету. Все. А то вот осуждаю, а сам-то чем лучше, да? Тоже, блин, не умник. Все, давайте, у нас еще дел куча.